Это обои из паутины. Ух ты! Никогда раньше таких не видел. Ну, у меня их много. Я их сам изобрел. Теперь вот решил рассортировать. Нужно разобрать обои с рисунками растений, животных и птиц на три разные полочки. Я выложу рулоны, а ты просто выбери те, что нужно. Хорошо? Хорошо. Так, на вторую полочку надо сложить все обои с рисунками растений. Собери все паутинки с растениями. Для этого просто щелкни на них мышкой. Такие красивые обои! Верно, ты все правильно делаешь. Такие красивые обои! Выбирай обои с рисунками птиц. Сейчас нам нужны паутинки с птицами. Щелкай на них мышкой. Верно, ты все правильно делаешь. Такие красивые обои! Верно, ты все правильно делаешь. Так, теперь отберем рисунки зверей. Их нужно складывать на нижнюю полку. Щелкни мышкой на всех паутинках с рисунками зверей. Такие красивые обои! Верно! Выбирай обои с рисунками птиц. Сейчас нам нужны паутинки с птицами. Щелкай на них мышкой. Верно! Такие красивые обои! Верно! Так, это сюда. Да, теперь нужны обои с узором из зверей. Выбери все обои с рисунками зверей. Так, верно! Такие красивые обои! Сейчас собери все рулоны с растениями. Собери все паутинки с растениями. Для этого просто щелкни на них мышкой. Верно! Такие красивые обои! Верно! Такие красивые обои! Так, теперь отберем рисунки зверей. Их нужно складывать на нижнюю полку. Щелкни мышкой на всех паутинках с рисунками зверей. Верно! Такие красивые обои! Верно! Выбирай обои с рисунками птиц. Сейчас нам нужны паутинки с птицами. Щелкай на них мышкой. Такие красивые обои! Верно! Такие красивые обои! Так, на вторую полочку надо сложить все обои с рисунками растений. Собери все паутинки с растениями. Такие красивые обои! Верно! Такие красивые обои! Верно! Сейчас собери все рулоны с растениями. Собери все паутинки с растениями. Для этого просто щелкни на них мышкой. Такие красивые обои! Верно! Ты все правильно делаешь! Такие красивые обои! Верно! Ты все правильно делаешь! Ну вот, теперь все мои обои рассортированы. Спасибо тебе, Лунтик. Ура! Мы сделали еще одно доброе дело! Вечером приходи ко мне, я угощу тебя чаем и с малиновым вареньем. Нажми на эту кнопку и увидь. Молодец! Ты сделал еще одно задание. Выполни все, и ты получишь приз.